Друзья, всем привет! У нас сильный ветер, пасу лошадей, и вот мне попался кустик иван-чая. Вообще это растение растет где-то возле леса, ну не обязательно возле леса, на каких-то полянках. Чаще встречается там, где несколько лет назад немножко сгорела трава. И вот такое растение. С такими листочками. Вот. Используют его как настоящий чай. Еще он называется по-другому кипрей. Раньше из него делали только чай. Вот. Особенность в нем заключается в том, что на чай используют листья. Вот листья такие, их срывают, в общем, пропускают через мясорубку. Ну, рецептов очень много. Закладывают листья мнут, закладывают в банку, на 3 часа их там на солнце ставят, в общем, чтобы она нагрелась. Происходит ферментация, затем расстилают, рассыпают тонким слоем на какую-то ткань, затемненное сухое место, хорошо проветриваемое. Вот, и там, в общем, все это дело приготовляется и заваривается, как обычный чай. Очень вкусное, полезное получается. Питье. Вот. Все, что хотел сказать за иван-чай. Если вас это заинтересует, вы в интернете можете найти много информации. Все, спасибо за внимание. Всем пока. Ставьте лайки.